Народ, у меня тут появилась дикая мысль, а почему бы не сбродить Кока-Колу пивными дрожжами? Думаю, самая правильная кола получится у нас. И для начала, что мы сделаем? А мы сделаем замеры всех показателей, потому что мы можем это сделать. Во-первых, замерим плотность, сколько тут сахаров. И во-вторых, pH. Надо посмотреть, какая кислотность у Кока-Колы. Ага, 10,5%, у Жигулевского где-то 11%, но в принципе такое, как Жигулевское, легкий лагерок такой должен получиться. Так, что у нас по pH будет? 2,48, ни хрена себе. Ну это очень кисло, сахара уйдут, одна кислота останется. Но со спиртом. Это правильно. Сахар это вредно, пускай жрут дрожжи. Гениально. Ну что, бродильная емкость у нас подготовлена, обеззаражена, продезинфицирована перекисью водорода. Наливаем. Бутылочки сразу же закрываем пробочкой, потом в них и разольем для карбонизации. Ну что, у нас как раз 6 бутылок по 2 литра, 12 литров, ровно 12 литров. Тут все очень четенько. Дрожжи. Дрожжи, я думаю, у нас пойдут М47 Belgian Abbey. Сделаем Кока-Колу в бельгийском стиле. Замечательно. Ну все, на царском месте у нас. Ждем результатов. Температура 18 градусов. Прошло 2 дня. Ничего. Пахнет свежайшей Кока-Колой. Никаких изменений в запахе, в цвете. Вообще ни в чем. Значит так. Я не знаю, что там за ядло, но дрожжи на 12 литров 11,5 грамм. Ну, считай, 1 грамм дрожжей на литр питательной среды. Ничего. И тишина. Без консервантов. Вода, сахар, углекислый газ, краситель. Ничего военного. Значит так. Есть у меня сусло. Варил Жигулевское. С хмелем, с жидецким. Может быть, не хватает каких-то питательных веществ. Может, не знаю. Сейчас, короче, добавлю 5 литров сусла и посмотрим, что получится. Ну что, вливаем питательную среду в непитательную среду. Ждем разброда. Если сейчас не разбродится, я не знаю, что это за отравляющее боевое вещество. Ну, добавлю еще одну пачку дрожжей. Короче, теперь уже натуральное пиво-кола.
Или кола пива. Пиво-кола. Пиво-кола. С хмелем, с суслом наполовину. Тоже, кстати, 12% начальная плотность. Там 10,5%. Плюс-минус. Так что ждем. Заработала чертова дохлятина. Долили святой воды. А, жила. Ну-ка посмотрим, что тут. Ага. Вот так вот обродит Кока-Кола. Запах интересный такой. Кока-кольный, но в то же время с пивными такими нотками. Классно. Все, ждем окончания брожения. Температура 18 градусов. Ну что, народ, кока-кольная финита ля комедия. 2 недели брожения при 18 градусах. Все пиво у нас сбродило. Избыточного давления нету. Ну что, снимем первую дегустацию. Вот этот цвет кока-колы после брожения. Жесть. Вообще не ожидал. Не ожидал. Цвет убил. Ну тут ничего нету от кока-колы. Есть у меня хороший модный хмель, Айдахо Гем называется. Я думаю, мы его охмелим на сухое охмеление. Где-то у нас 15-16 литров получается. И сделаем 3 грамма на литр. Или 5. 5 грамм на литр. Сделаем 5 грамм на литр сухого охмеления Айдахо Гем. Охмелим, будет у нас четкая охмеленочка из кока-колы. Все, закидываем эту капсулу на 3 суток. Ага, даже видно, что осветлилась. Кока-кола цвет потеряла. Оп! И посмотрим уже, что получится. Если не получится, ну, будем пить так. Фух, прошло 3 дня, я уже подстригся, пиво насытилось нашим хмелем, очень вкусным. Можно разливать нашу ядер-колу по бутылкам. Вообще, чаек. А перед разливом нам что надо? Нам нужен сахар для карбонизации нашего пива, потому что оно будет не газированное в бутылках, а нам надо, чтобы дрожжи прямо в бутылке доели вот этот вот сахарок, выделили углекислый газ, бутылка надуется, загазируется, и будет у нас настоящее газированное пиво с дображиванием в бутылке. А чтобы нормально закарбонизировать, нам надо 10 грамм на литр. Вот такие стики у нас по 5 грамм. Значит, надо 4 стика на 2 литра. Шланг наш продезинфицировали. Поехали. Весь цвет остался в дрожжах. Ну что, друзья, все разлили. Вот такая кока-кола получилась, обесцвеченная. Дрожжи все сожрали полностью, цвет, запах, ничего не оставили. Поставим сейчас в теплое место до 20 градусов и через несколько дней, я думаю, можно будет попробовать. Что же у нас получилось? Наша ядер-кола готова, выстоялась. Наливаем. Новогодний напиток готов. Да. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит.
Сначала хмельком, да? Не могу сейчас. Сначала хмельком идет, а потом каким-то мылом. Ну что мылом? Просто каким-то санитарным средством? Да, каким-то моющим. Или лекарствами, вот некоторые говорили, лекарством пахнет. Я тоже ребятам давал попробовать. Что все, все, конечно, да. Трэш, такой трэш-обзор. Ну, да. В конце только, вот, как говорит Виктор, лекарствами, но в принципе, это мы уже придираемся. Нотка. В принципе, так хмельком. Ну, в принципе, в магазине любое пиво. Вообще нет. Вообще можно не придираться. Да, не отличите абсолютно такой же запах. Вкус, конечно. Ты побил все рекорды. Я такой жести еще не помню, конечно. Да. Дрянь полная. Фу. Не всегда. Говорим хорошее, так оно. Говорим правду. И привкус, конечно. Фу, аж поплохело. Привкус такой коктейль. Знаешь, как будто вот старую-старую траву, которая там где-то лежала в луже, прела. Старые леденцы с ментолом. Да, кто-то уронил. Ребенок шел, выплюнул туда. Подобрали туда. Потом оно настоялось, какой-то боярышник. Да-да-да. Не допили, туда все вылилось. Вот, оно настоялось, в принципе, осветлилось, ну, вот что-то... Что такое? Рижский бальзам так получился серьезный. Сколько здесь трав, Виктор? Кошмар, кошмар. А сейчас запах вообще ужасный. Ну, он уж еще нагреется сейчас. По вкусу вода, газированная вода, без... Без сладости, кислинка, чуть-чуть кислинка и какая-то вот травянистость, как будто тут... Жевали, все, что ты по полю идешь и собираешь все подряд и пробуешь на вкус. Травяной чай, да, какой-то вот, как будто там вот... Чабрецом не отдает? Нет, чабрецом не отдает, какой-то боярышник с ферри. Ну да. Да, что-то такое. Что-то похожее. Так что, ребятки, пробуйте. Пробуйте. Кому интересно попробовать незабываемый вкус кока-колы. Алхимические настойки. Может, что-то сделать. Мы помолодеем еще больше. Не знаю, попробовать фанту или не попробовать. Не, надо пробовать. Надо пробовать. Пока живы, надо пробовать. А вдруг, да, что-то там изменится. Вдруг мы найдем реально какой-то эликсир молодости. Ну, необычно, Виктор. Необычно, но пить не буду. Че, да? Представляешь, жарко, хорошо, как дашь кока-колу. Может быть жарко, да. А, слышишь, весело так уже становится, в голову-то бьет. Я за рулем. Ничего, ничего. Кому надо выпить кока-колы, да, можно сразу сказать, что... Это не детям. Ребят, я кока-колы пил, поэтому никакого ничего не предъявите. Жалко, в автомате такое не купишь. Но. Пробуйте, экспериментируйте, может у вас что-то интересное получится. Ну, так что. Интересный эксперимент, очень интересный. Да. Не ожидал. Все, всем пока, подписывайтесь. Да.